Всем привет, с вами Неломов, мы сегодня играем Bridge Constructor Portal. Значит, мы с вами становились там уже на уровне таком серьезном, там 40, сейчас узнаем какой, но он точно там не маленький. 48 левел, он называется Центр Управления. Итак, давайте смотреть, что нам тут нужно делать. Ну, по традиции, давайте сразу же пустим тест. Вот, куда, падает какой-то ящик. Я не вижу, чтобы какой-то... Ага, ехать надо нажать. Ехать. Вот машинка поехала, упал ящик. Она едет, попадает в красный портал. Выпадает, разбивается, да? Все как-то вообще грустно и печально. Значит, что мы должны сделать? Тест нажать. Посмотреть, что куда летит. Ну, что-то тут активируется. Короче, тут полным-полно всего. Строить. Значит, первым делом мы видим, что падают ящики определенные. Допустим, здесь нельзя... Ну, что-то тут должно что-то лететь, отбиваться. Тут какой-то ящик есть. Чтобы этот ящик упал, просто ящик, чтобы упал, нам нужно, чтобы у нас нажалась синяя кнопка. Как мы можем реализовать это, чтобы нажалась синяя кнопка, которая, видите, тянется к этому вот ящику, который должен как-то лететь? А, ну, скорее всего, чтобы эта кнопочка у меня нажалась, мне нужно автомобиль сюда направить. Значит, я делаю следующий момент. Строю просто дорогу. Спуск. Может быть, плавный. Может, не очень. По возможности, конечно, нужно поплавнее его сделать. Как-то вот так. Видите, что здесь происходит? Тут какой-то целый капец. Можно тросами это все дело укрепить? Можно. Не спорю. Есть такая функция у нас тросовая. Вот. И сделать это все мощнее. Ой, тут лишнее. Мощнее. И чисто посмотреть, что с этого всего сейчас получится. Так, а здесь что? Как же эту конструкцию дополнить? Вот так как-то. Вот, пускай ну туда портал просто залетает. Машинка, ехать. Допустим, в синий портал мы машину отправили. Ой, она как-то чересчур сильно разгоняется у нас, да? Так, стоп. Она как-то слишком быстро у нас едет, что нас, в принципе, и не устраивает. В синий портал, чтобы, может, надо сделать, чтобы она в синий портал заезжала спокойно. Она же потом наверх не заедет. Как мне ее более медленно, как мне ее остановить вот здесь? Как мне чисто аккуратненько ее спустить, чтобы она здесь нажала эту все-таки кнопку? Спуск сделать более плавным, чтобы на разгон, может быть, брала? Ну, давай вот так. А ну-ка. Вроде бы едет плавно. Она в любом случае перелетает у меня. Что за машины пошли нынче такие? Еще ниже, что ли, поставить это все дело? Как-то вот так. А ну-ка. Пониже немножко сделал, чтобы она там... Заезжала, нажимал на кнопку. Нажала? Не, не нажала ничего. Опять строим. Еще ниже ставлю. Вот так. А ну-ка, машинка, пожалуйста, давай. Плавненько. О, нажалась. И ящик падает. Бум. Этот ящик у нас должен нажать вот на эту кнопочку, наверное. Наверное. Я так себе прикидываю. Понемножку будем разбираться и строить. Значит, что мы тут видим дальше? Ящик имеется, который нужно нам спасти, грубо говоря. Делаем для него вот это. Спуск. Вот что мы делаем. Просто, банально. Аккуратно. Вот так как-то. И сделать для него подпорку для этого спуска. Устойчивую подпорку. Вот как-то вот так. И должно, по идее, это дело все держать теперь. Так, тихо. Ближе. Это лишнее. Ну-ка, ехать. Вот. Ой, что-то ломается. Все ломается. Все не держится. Ну, на трос могу цепануть. В принципе, эту еще конструкцию вот здесь. Наверное, не зря. Эта вот штуковина сверху торчит. О! Заезжает, нажимает. Но... Опа! Съезжает. Умс! Ой-ой-ой-ой-ой! Вы видите, что происходит? То есть здесь должна быть определенная дырка. Вы поняли? Здесь должна быть дырка определенная. То есть ящик должен здесь пролетать каким-то образом. А ну-ка вот так. Чтобы он тут летел, падал, а здесь, чтобы он пролетал как-то. Вот, нажимается, бомс, ящик, внимательнее, внимание, ящик. Бам! О! О, пошла жара. Портал. Смотри, что происходит. В портал зашло. Ну, а куда ящик должен в конечном итоге попасть?
Вопрос сейчас интересный нам поступил. Ящик должен куда-то у нас попасть. Но куда? Один ящик здесь какой-то. Отключает лазер. Машинка. Машинка должна в итоге попасть на выход. Очень тяжелый уровень, потому что не понимая, что, где, как должно на что влиять. А машинка у нас куда девается на самом деле после того, как она здесь в красный портал может еще заехать. Она так и едет в красный портал. Куда она потом попадает? Ага, вот здесь лазер имеется. Вы поняли? Нам нужно всего лишь этот ящик сбить, чтобы автомобиль пролетел. Так что ли? То есть падает ящик, активируется лазер. Вы понимаете, что тут, как тут намудрили они? Ящик должен как-то стрельнуть таким макаром, чтобы у меня сбил вот этот ящик, что ли? Ну тогда вот здесь у нас что-то не то. Более плавный спуск устроить. Ну я не уверен, но сейчас будем понемногу пытаться разобраться. Вот машинка еще раз летит, вот этот ящик. Смотрим, как теперь будет плавно. О, сбила его. Сбила. И один даже внутрь еще попал, там что-то ящик колбасит. Но мы его сбили, в принципе, ящик. И освободили теперь для себя проход. Освободили проход для машинки. Так, ехать. Машинка куда у нас девается? Теперь смотрим внимательно. Синий, зеленый. Господи, порталов целая куча. Красный. Ого, машинка до этого времени слишком рано она попадает в портал в красный. Ее нужно как-то еще Ее нужно попозже отправить в красный портал. Красный портал это вот здесь, да? Красный портал, она вылетает с красного портала, падает, очень быстро летит, лазер еще не успевает здесь сбриться. Каким образом нам надо машинку чуть-чуть задержать, ну, чтобы она поездила, покаталась? Фиолетовый портал есть. В синий надо, чтобы по-любому она нажала его. Но здесь имеются еще какие-то конструкции. То есть нам надо как-то ее отправить потом еще сюда, чтобы она заехала. То есть здесь она должна на подъеме прыгнуть. А здесь потом подъехать чисто в этот портал и сюда. Ой, бог ты мой, как же это все реализовать-то? Построить. То есть ты должен машинку отсюда отправить в синий, а синего, чтобы она себе спокойно поехала вот здесь. Зачем-то вот здесь есть цепление, да? То есть ты должен здесь что-то настроить грамотное. Здесь машинка твоя, в принципе, едет. Нажать кнопку она обязана в любом случае. И здесь, когда ты машинка твоя появляется, она должна попасть в синий портал. На скорости, большой скорости должна попасть. Заехать каким-то образом. В синий портал. Как ты так ее так зарулишь туда? Я не представляю себе. То есть она должна на такой огромнейшей скорости просто взять и залететь в этот портал. Может быть на скорости имеется в виду. Вот здесь, допустим, это перепрыгнем, скорость наберем, а здесь трамплин. Ну, я тут не уверен, на самом деле, что машинка сможет так сильно выпрыгнуть прям. Что будет такая огромная скорость. Может, здесь надо просто поиграть с этим? С этим трамплином, выпрыгом, как этим прыжком. А здесь она набирает скорость, нажимает на кнопку, летит сюда. А здесь нужно больше подпорок, больше всяких вот такого рода, чтобы у нас была конструкция устойчивая. Устойчивая конструкция. Здесь нужно, конечно, накуролесить. Так, ну вот, как бы вот. Тут, правда, не достает у меня конструкция. Ну, я себе представляю вот так эту всю нашу... Все наше строительство это. Насколько это будет грамотное. Сейчас мы все увидим. Сколько оно будет держать. Сколько оно будет устойчиво. А ну-ка, ехать. Есть определенное вот здесь у меня сейчас затруднение, да? Набираем скорость. И не хватает скорости. Машинка строить. Вот здесь скорости не хватает этой вот. Она здесь должна как-то более плавно залетать, значит. Как-то она должна... Видите, что здесь, когда, может быть, повыше как-то ее... И должна как-то так плавненько заходить. И на такую огромную скорость набирать должна.
Жух. А, тут вообще застопорилось. Может быть, более короткую сделать эту вот площадочку. Но она должна явно так красиво так езжать вниз, летать прямо так. Нет, она снова носом роет. И она где-то вот сюда аж приземляется. Носом роет. А как же так тебя исправить, а? Как же тебя исправить-то, чтобы ты носом не рыла машинка? О! Набирает скорость. В синий портал чуть-чуть ей не хватает. Чуть-чуть не хватает ей в синий портал. Но залетая сюда, она бы себе ехала спокойно уже в красный. По чуть-чуть, понемножку, да? Что-то я не доделал. Что-то мы как-то не так чуть-чуть сделали. Возможно, эта вся конструкция у меня не верна изначально. Она должна как-то по-другому работать. Но пока что других вариантов я не вижу. Надо как-то найти способ ускорить машинку. Ускорений никаких нету. Как можно ускорить? Ну как? Как можно ускорить машинку? Пока что у меня нет никаких представлений. Будем сейчас играться, пытаться. Бам, носом зарыло, и тут ничего у них не получится. Так, а ну-ка. Ехать. Тут слишком круто, я, кажется, напридумывал. Видите, как она тут... Она тут... Как-то тут у меня тут вообще что-то я тут накуролесил. Снова носом... Зарывает носом. О-о-о-о! Давай, плавненько, войди туда. Оп! Не получается плавно у нее туда залезть. Чуть-чуть не выходит. Чуть-чуть. Чуть-чуть плавно не получается. Она стопорит. Еще чуть короче ее сделать, может быть, вот так. О! Но все равно почему-то не выходит. Как же тут будешь залетать у меня? Еще меньше? Еще попробую, короче. Мне кажется, сейчас она просто не будет долетать уже. Или будет? О! Ну, а что она тут стопорит? Носом роет. Почему носом роет? Почему она роет? Носом роет. Носом роет. Носом роет, носом. Давай попробуем вот так, поплавнее. Ну, как тебя еще поставить? На разгоне! О! Давай, давай! Заехала. Заехала, кажется, поехала. Так... Ага, теперь вот здесь. Видели? Еще раз смотрим, внимательно только. Оп, тут зарыло, вроде бы набирает скорость, взлетает, попадает в портал, тут немножко роет носом, но все-таки едет дальше. И вот здесь теперь наша проблема. Тут прошла машинка, вот здесь, бамц. Чтобы это отключить, что нам нужно сделать, строить? Тест. Что нам нужно, чтобы это отключить? Вот лазер попал. Бамц. А он его, наоборот, включает. То есть наша задача теперь сделать так, чтобы эта штука не включалась. Для этого нам нужно что-то построить грамотное. Вот лазер летит. Нам нужно как-то лазер здесь угомонить, утихомирить. Чтобы он только не врезался. Ну вот так просто поставлю, да и все. А здесь делаю крепление. Посмотрю, что-то мне даст. Лазер вот сейчас улетит это в другую сторону непонятную. Так, лазер там буянит, летает пока что. Бумс. Лазер летает. О, лазер испарился. Машинка! О! Машинка попала на лазер! Вы видели это? Машинка попала на лазер. То есть нам нужно... А куда мы должны лазер деть? Нам нужно ее как-то так направить, чтобы он вообще подальше улетел. Подальше. Но как это осуществить? Или вот сюда, куда-то он, чтобы он улетел. Чтобы лазер улетел вот сюда, и в этой зоне пускай он куролесит. Пока что пускай там будет, и мне не мешает совершенно. Что он летит. Вот здесь как-то нам нужно его перенаправить. А как мы можем здесь перенаправить его? Ну вот так. Отобьется вниз. Бумц. Бумц. Но я надеюсь, что здесь получится сейчас реализовать что-то.
Ну, тут конструкция немножко у меня кривая. Ну, а что поделать еще? Вот так, чтобы... Тут надо будет играться, чтобы он отбился сюда и улетел куда-то там. Тест. Ну-ка. Стреляет. Бамц. Бамц. Ой, видите, чуть-чуть не так строить. Значит, оно ударяется, но недостаточно сильным углом. Еще раз тест. Бамц. 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 В портал и ушло себе там. О, и там пускай колбасит его. А ну-ка посмотрим, что сейчас получится всего. Машинка тут залетает. Оп. Так, машинка пощель, пощель, пощель. Залетает в портал. Тут немножко стопорит ее. Проезжает. Новый лазер пошел. О-о-о! Да что ж ты будешь делать? Слишком долго здесь оно летает у нас, да? Бьется, еще раз смотрю на по тесту. Бьется раз, бьется вот сюда, чтобы оно отбилось, тест, чтобы строить. А ну тест теперь, куда ты отобьешься в этот раз? Так, раз, два, и улетело себе в ту часть. О, надеюсь, что теперь будет, это туда оно улетит, и там будет себе колбаситься. Посмотрим, машинка летит. Вот этот шарик меня сейчас больше всего бесит. Он мне там мершает чертовски. Он обратно вернулся. Нет! Он здесь примерно взорвался. Машинка. О, повезло, повезло. Оп, о, машинка почти на свободе. Почти. Ого, еще и мне эту штуку открыла. Главная наша задача, чтобы лазер мне это открыл. Этот лазер должен, мне нужно так направить, чтобы он мне это дело открыл. Ну как-то так его, чтобы он отбился. Раз, два, три, и прямо сюда полетел. О, раз, два, три. Ну вот, видите, как он летит? А мне нужно, чтобы ты попал прямо вот сюда. Строим. Не получилось. Как тебя еще подправить? Тест. Вот так прям. Бум, бум. Бум. И будешь так биться без конца и края, да? Так, строить. Нет, надо чуть как-то по-другому тебя слушать. Тест. Не хочет оно туда направляться у меня сразу же. Прямо вот в эту часть. Почему-то не летит. Чуть-чуть не хватает же. Чуть-чуть, реально. Построить. А что мы тут можем? Как мы можем повлиять на это дело все? Машинка же наша потом в итоге здесь вылетает. Лазер летит вот сюда. Я могу попробовать... чтобы оно где-то здесь, летя, отбилось от какой-то конструкции. А может, все-таки здесь нужно поиграть? Но как? Лазер в любом случае летит сюда, отбивается сюда. Может быть, здесь где-то, когда оно будет лететь, мы немножко можем ее подкорректировать? Вот тут где-то как-то... Вот оно ударилось тут, здесь. И надо чуть-чуть его тут повыше поднять. Чуть-чуть. Но тут должно быть вообще... Вот здесь оно летит. Здесь нужно какую-то такую сделать, типа... Ой, это надо соединить. Тест. Ой, загнулось все. А может быть и хорошо. Ой, сейчас как-то оно по-другому стало и как-то выше полетело, слушайте. Ой, открыло, слушай, мне там. Бам-бам-бам, я открыла. Ну пускай будет, никакая разница. Но оно сейчас, наверное, заново полетит. О, оно так там побилось машинки. Там оно сейчас там бум-бум-бум попадет. А вот здесь с машинкой можно будет еще поиграть. Так. Вот машинка, там у меня дверь открыла лазером. Вот летим, взлет. Мне тут я забыл, что мне здесь будет мешать это добро. И что мне теперь, как это дело исправить? Ну, я мог сделать ее просто незаметную для автомобиля. Могу сделать такую неплотную балку, да? Смотрю, взлетает машинка, залетает, летит корабль, бом, бом, бом. Не, машина взлетает. Так. А ну как-то сильно долго тут его колбасит. Мне нужно, чтобы быстрее оно было открыто. У меня машинка уже здесь стояла. Слишком долго ее тут бьет этот шарик. Не, ну... А, сейчас вообще куда-то вниз полетело в этот раз. Почему вниз полетело? Еще раз. Смотрю, тест. А ну просто почему-то ровное стало в этот раз. О, сейчас? Нет, тоже ненормально. Построить. Почему оно стало ровное? Ровное, оно нам точно не нужно. Нужно сделать какой-то... Тест. Еще раз.
Оно выгибается. Оно не должно выгибаться. Оно должно иметь определенную структуру, крепкую структуру, которую мы сможем контролировать, которую мы сможем как угодно себе тут поставить. Так. Имеется вот... Сейчас я все заново попробую сделать. Ну, тут надо как-то придумать какую-то конструкцию хитро-мудрую, чтобы оно держалось все и было крепкое. Тест. Ну, вот так, допустим. Бамц, бамц. Долетит ли? Мне желательно, чтобы оно сразу же долетело в эту точку и не морочило мне голову. Оно куда-то там летает. Как мне сделать так, чтобы оно было какое-то такое более... Как тебя выровнять? Нужным мне образом. Тест. Бумц, 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 бумц. Построить. Чё-то не то, ребята. Не то, 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 не то. Тест. Бамц. Сейчас очень жестко. И оно, конечно же, туда не долетит, куда мне нужно. Сейчас, конечно же, жестко и не долетит. Еще раз тест. Бамц, бамц, бамц. Ну вот это вот вроде бы оптимальный вариант. Но все равно тут у нас чуть-чуть что-то не то. И как же тебя тут подправить? Бам, бам. Вроде бы здесь красиво все. Вроде бы здесь четенько. Как тут можно еще отбить ее? Летишь ты тут где-нибудь? Но тут нельзя ничего строить. Только здесь я имею право строить, потому что машинка не взлетит. А если чуть-чуть подальше, тогда может угол изменится. Но тогда кардинально угол изменится. Кардинально. Бам. О, и тут может быть она отобьется, слушай. Вот здесь может надо бы... Тут у нас машинка в любом случае будет ехать, да? Так, 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 так. Вот здесь, может, что-то можно наколдовать? Вот, мостик тут небольшой есть. Раз, два, три, взлетает. Может, здесь отобьется и попадет туда, куда мне нужно? Есть, пробуем. Запускаю. Так, здесь вроде бы машинка у нас доезжала. Все было хорошо. Вот туда взлетает, залетает, ящички все нажимаются. Двери открыты. Все, должно все по идее сработать. Машинка. Ву! На скорости, на большой. Жить. Заезжает и на мостик. Я прошел левел! Ура! Можно завершить, а можно пустить колонну. Попробуем колонну тоже пройти. Ну, колонна будет, наверное, сложнее. Сразу много автомобилей. Мы сейчас поглядим. Где будет проблема? А вот первая проблема, уже вижу. Все, 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 уже стопор пошел. Построй. Вот здесь проблема наша сейчас, вот тут. Машинки, в принципе, подлетают в воздух красиво, все классно, но у них не хватает здесь... нету человека, который их тут примет. Сложно сказать, некому тебя принять, да? Сейчас я попробую подстроить все. Значит, что я делаю? Что я делаю? Я делаю такой небольшой... для наших... Собственно, для наших машин. Чтобы они здесь приземлялись и спокойно заезжали. Ой, стоп. Я забыл вот здесь. Так, колонна поехала. Смотрим внимательно. Первая машинка пошел. Заезжает, кнопку нажали. Ой, почему так? Почему носом так? Не хватает разгона, потому что они что-то начали носом. Почему-то начали носиком так врезаться некрасиво. Так, сейчас попробуем тут подсоединить все, объединить, усилить колонна. Что-то как-то скорость теряется. О-о-о. Неправильно что-то, носом слишком сильно зарывают. Пробую тут уменьшить немного расстояние и снова колонну. Ну все же было вроде хорошо. О, да опять стопор какой-то. Почему вечный стопор? Дело в этом? Видите? Вот здесь вот проблема. Они тут врезаются, по-моему, тихо. По-моему, тут надо просто повыше сделать. Ну тогда же они там, наверное... Тогда же они не будут там на кнопку нажимать мне, да?
Не, нажимают. Нажимают. Скорость набирается. Хорошо, скорость набирается. О, пошёл, машина, пошёл. Пошёл, только мост сейчас не выдержит, скорее всего. Так, машины полетели. О-о-о! Бум-бум, раз, два, три. Сколько? Вот тут не выдержал мост. Прогнулся слишком сильно. Итого мы спасли сколько машин? 4 там автомобиля мы спасли. Тут, конечно же, застопорило. Вот тут у нас наша конструкция не выдержала. Этот мост, в принципе, прикольный, все классно. Но тут можно его как-то усилить. Усилить его можно. Машинки, тут все хорошо, кнопки нажимаются. Прыжок отличный, все красиво. Только здесь надо как-то более укрепленную модель сделать. Но тут не зря мне внизу, видите, наставили мне полно точек. То есть это говорилось о том, что Нелобоп, ты должен был здесь все сделать четко, более крепко. А ты что-то на это дело забил? Забил. Так, попробуем теперь. Более такую крепкую конструкцию я создал. Так, машинка полетела. Теперь главная моя проблема, чтобы они вот здесь не сбились все. Если собьются, будет печаль. О, вроде влетают пока. Вроде пошли. Кувырками как-то. Но конструкция очень крепкая. Как-то кувырками, но вроде летят. Вот здесь выдержит ли все? Смотри. Вау-вау-вау, влетает по один, по одному, по два. Вау-вау-вау, полетает сумасшедшие. По-моему, я всех спас! Я всех спас! Все машины! Все машины на свободе. 10 из 10 я машин спас, и я прошел этот уровень. Нажимаем далее, великолепно. Куча бабла мне дали. Прошел, молодец. Это был какой уровень? Ой, там достижений целых 3 штуки мне дали. А, мы 48-й прошли, переходим на 49-й. Этот город следующий уже называется город Турелей. Но с ним мы будем с вами знакомиться уже в следующей серии. Пока что спасибо всем за просмотр. С вами был Неломалк. Мы играли Bridge Portal Constructor. Конструктор Bridge Portal. Короче, Portal Constructor мостов. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.